В этом году российские пожарные отметили 366 лет со времени создания первых пожарных дружин. А так как свой праздник пожарные отмечают в канун Великой Победы, руководством Главного управления МЧС по Брянской области было решено посадить во дворе Аллею Победы. Перед закладкой новой аллеи во дворе Главного управления МЧС России по Брянской области прошел праздничный митинг. На торжественном собрании встретились ветераны Великой Отечественной с ветеранами Советской пожарной службы и сегодняшними спасателями. Мы хотим показать всем, что пожарные – это те люди, которые, немногие люди, которые несут боевое дежурство и выполняют боевые задачи в мирное время, достойны памяти своих дедов и отцов. И вот этой церемонией мы хотим еще раз подтвердить то, что, уважаемые ветераны, уважаемые гости, все то, что вы для нас сделали, мы не уроним. И с честью будем служить Родине. После торжественной части все приглашенные отправились сажать новую аллею. Каждому участнику достался саженец будущего скверика. Ветеранам помогали сажать деревья курсанты. Давайте же вспомним суровые дни, когда над страной полыхали огни. Горела Москва и горел Сталинград, но знали одно мы ни шагу назад. Просторная и чистая площадка в уютном дворике Главного управления МЧС России по Брянской области за несколько минут приросла несколькими десятками молоденьких рябин. Алексей Есипенко, Алексей Рязанцев, телеканал РЕН-ТВ Брянск.